Таким зажигательным получился концерт, который организовали в Северском доме культуры накануне Дня местного самоуправления. Вот уже 10 лет, 21 апреля, вся страна отмечает праздник, который призван повысить роль и значение местного самоуправления в развитии гражданского общества. Местное самоуправление непосредственно показывает, что люди, объединившись, могут достичь многого и достичь больших результатов. Начиная от квартальных, начиная от ТОСов и так далее, депутатский орган, представительный орган, да, исполнительный орган. Поэтому, друзья, я вас поздравляю с вашим, с нашим праздником. Я благодарю вас за вашу работу, за ваш каждодневный труд. В торжественной обстановке наградили депутатов, муниципальных служащих, председателей органов территориального общественного самоуправления и квартальных. Благодаря активной гражданской позиции, неравнодушию и трудолюбию этих людей, Северский район стал одним из ведущих муниципалитетов края. Еще одним подарком для виновников торжества стали яркие концертные номера от местных творческих коллективов. В современной России на органы местного самоуправления, в частности на муниципалитеты, возложены ответственные задачи. От эффективности их работы во многом зависит социальная инфраструктура, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни граждан в целом.